Особую роль на международном форуме в Питере Тверская делегация видела в общении, консультациях и обмене опытом с другими регионами. Одним из важных событий, безусловно, можно назвать встречу губернатора Игоря Рудени с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия региона и республики по разным направлениям. В ходе встречи губернатор Игорь Рудени подчеркнул, что Тверская область – регион, который всегда готов оказывать помощь Донбассу. Наша область регулярно направляет партию гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Это продукты, стройматериалы, непродовольственные товары. Кроме того, из Верхневолжья на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь от жителей региона через волонтерский штаб. И сегодня главная задача – развивать партнерство, чтобы люди могли вернуться к нормальной активной жизни. Нам очень важно сегодня уже сделать программы на предстоящий период времени. Это программа по формированию специального профессионального образования для молодежи. Это возможность, как было сказано, предпринимателям дать новые границы, горизонты развития. Это совместные проекты, которые касаются отраслевого развития. Это лесопромышленный комплекс. В свою очередь, Денис Пушилин поблагодарил губернатора и Тверскую область за поддержку, в том числе по размещению жителей, вынужденных покинуть свою территорию. «Мы сделаем все возможное, чтобы люди вернулись домой», – подчеркнул он. «А в перспективе планируем взаимодействовать с Тверским регионом и готовы обсудить дорожную карту по дальнейшим совместным шагам». Что касается установления бизнес-контактов, то есть нашего предпринимательского сообщества и непосредственно предпринимательского сообщества Тверской области. Здесь в этом плане бизнесу нужно просто дать площадку, просто помочь, а дальше они справятся абсолютно совсем самостоятельно. В завершении Денис Пушилин отметил, что опыт, которым делится Тверская область, будет обязательно востребован в ДНР.